гранатомет! Не подпускайте ее к себе! Перелезай! Скорее! Иди к роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь! Беги! Уничтожить посты! Но мы же убьем наших! Еще есть неверующие? Thank you.
должны приземлиться! Иначе начнется буря и будет крушение! Мы не можем улететь! Нам нужно сесть! Ни за что при такой погоде! Мы не можем их бросить! Я с большим трудом добрался сюда! Вниз! Мы разобьемся! Быстро! Черт! Да вы совсем рехнулись! Нет. О, Боже. Как ты, Лара? Как она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто... Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий, но этот остров – одна сплошная аномалия.
Я здесь не сдохну. Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда. Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция — это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Иона! Рейс! Черт возьми! Я должна была пойти с ними. Эй, погодите!
разводит? Ты там, Лара? Алекс, я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте пока, а я подойду. Будь осторожна.
ты на связи? Алекс сказал, что ты уже спускаешься. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Слишком тихо. Come on.
остальные спустились более легким путем. Я на месте. И где же они? Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Пошел на Endurance за инструментами для рейс. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс, верно? Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Ионе. Давайте попробуем использовать систему блоков. Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. Попробую починить эту пушку. Ладно, я разберу все это. Попробуем поднять мотор на тросы. А мне? Что делать? Не путаться под ногами. Думаешь, они могут стрелять? Если почистить, почему бы и нет? Thank you.
больше сотни лет. Это еще кто? Они вооружены. Не знаю, дай подумать. А ты все молчит. Брат, мы в ловушке. Черт, что же делать? Черт, да заткнись ты. Дай подумать. Что-то здесь не так. Сам же видел, с горы валит дым. Да, но это ничего не значит. Как стемнеет, пойдем. Стой, не нравится мне это. Давай лучше подождем, когда нас сменят. Слишком долго ждать гребаной смены. Тут что-то не ладно. Так что собирайся, на закате уходим. Нашла.
Спасибо. Что с тобой? Алекс еще не вернулся. Помогите! Помогите! Это Уитман! Иона, помоги! Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целы, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Лара, постой! Вот, возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона. Нужно найти что-нибудь покрепче.